Всем привет, с вами мистер X. Сегодня видео будет в четвертом. Техночат включен, так что можете посмотреть, как я работаю на ручном управлении двигателем. Также небольшое объявление. Я продаю свой джойстик Warhawk, Hotas Warhawk, RUS. Только ручку, только джойстик. Да? Я покупал все вместе комплектом, но так как мне RUS не нужен, я его продаю. Цена 9500 рублей, пересылка за ваш счет. Вроде бы как бы с Хабаровска, я живу в Хабаровске, и пересылка до Москвы где-то будет рублей 1000 почты России. Так что кому интересно, пишите на YouTube или на форуме в личку. Еще мне тут недавно рассказали, что разговоры идут о том, что я летаю с иконками. Раньше я думал, что об этом думают только зарубежные пилоты, но оказывается и наши русские тоже об этом думают и свято верят в это. Да, ну это, конечно, смешно, полная бредятина, такими, я вообще не знаю, как быть такими глупыми людьми, блядь, но это вообще жесть, короче. Вот видео, посмотрите внимательно, как я осматриваюсь. Система осмотра у меня фиксированный взгляд, я об этом много писал, много рассказывал, так что пытайтесь повторить это. Свои настройки трекера я выкладывал много раз, поэтому еще раз выложу под этим видео. Можете скачать файлик этого трекера, у меня пятый трекер, и установить себе. И никогда не говорите, что я летаю с иконками. Это чушь, бред, и вообще глупо об этом думать вообще. Мне вот так не понравился прицел по-моему, я на нее какая-то хуйня заходит, сучка. Хуя не подойдет еще, что ли, ну, хорошо, полез я вверх. А, нет, это нахуй ты на меня заходишь, либо он просто бегал, но блин. Я он, блядь, у меня с тысячами где-то, блядь, упал. Пешковод ебаный был. Опа-опа-опа, как раз на есть шарты, блядь. Тимми что-то зашел, вышел. Там же вроде бомбер. А с одной стороны, наоборот, пускай. Или одна, блядь. Я буду сюда лететь, будет мясо. Пиара ли чёрт, не дым, блядь. Где 240? Вот, сука, на севере, блядь, атакует. Там колонна, автоколонна, сам север. Да, ну, главное, да. Летает друг за дружкой, ебаный. Нахуй ты на него заходишь, ебаный.
видишь, что это месяц. Народу сколько прикет. Паровозик Волги идет наш. Ты подходишь? Нет. 249. Уже одиночный в левом вираже. Ты? Я вот оно был. Над рекой. Нет, 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 не ты. Другой мессер на 3000. В районе наших хар. Опа, есть, нахуя красных, Серега идет. Ебать, красных, блять, высоту набирай, ебать, на 4000 идут. 4 красных вижу. 5 красных. Перезайду. Так, двое на 3000, двое на 4000. Их пятеро, 5 красных. Лезу вверх. У меня уже 4. Место заходит вверх, наверное, бараны, блядь. Так, они посыпались вниз, короче. Они заходят на этих веселых. Дай оно короткий, Серега. Я над тобой слева вверху. У тебя 6 двойное. Нет, это я от вас западного, северо-западный. Так, падаю на шака. Как вы их видите? Готов. Свора, вижу свора. Тройной заход на кого-то. Так, одного прохуярил. Готов один. Дальний подход какой-то. Мессер. Угу. Я за тобой стою в вираже. Вот вверх выпрыгивает один. За ним вижу, идет Серега. Передо мной. Ага, тоже тянусь за ним. Давай, я вижу. Так, не трое за них тянет. Так кто-то стреляет. Это не я. А есть зажог. А, за него, ага. Я не знаю, может это мессер, который передо мной был. Так. Так, под нами, короче. Так, сверху никого больше не осталось? Я не вижу. Мессера только падающие вниз. За дымным белым и черным. Пошел черного доедать тогда, что ли. Давай. А, Серега, сзади тебя, справа, справа бой идет. Подтверждаю. Я его тянет за одного. Да, я иду туда. Да, тоже. Развернулся. Два красных, одного мессера. Блять, не сбивайся, мессер, блядь. Ёбаный ты в рот, блядь. Вообще до талого падает из земли прям. Видел, во второй день.
слева пришел, еще пришел в правом вираже. Под облаками. Прохожу на своего замечего. Давай. Так, мой горит. По низам бой. Ага. Так, все-таки где-то красный еще ястреб есть. Тебя вижу. На встречных с тобой идем, я у тебя слева. Там вы вдвоем с мессером. Мессер без руля высоты левого. А вроде бы все. Все, все в почек. Есть, 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 в лоб идет, к реке подходит с запада один. Мессер какому-то в лоб идет по нулям. Левым вираж стал. Оно дал. Наверх выскочил. Наверх нет, нет, выскочил нет. Кто? Над рекой, над рекой. Над рекой прям я. Серега, 6 значит у тебя. Я прям над рекой иду за яком. Черт, а я не вижу за мной, да. Пробьешь его? Нет, 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 я его потерял. Ой, он у тебя вытягивается, вытягивается и шиши. Блядь, я его потерял, пиздец. Вытягивается, вытягивается, подхожу, подхожу. Виси, 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 виси. Стреляет, значит, попадает. Все, он падает, переворачивается. Бежу, бежу, бежу. Пробил его. Шесть, 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 у тебя шесть. Иди так же, иди так же. Жай. Иди, да, 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 у тебя 6. Я захожу уже. Далекая 6? Вижу. Далекая. Я понял, тоже. Готов. Так, сверху двое падают, Серега. Серега, двое падают на нас, кажется. На тебя заход. Mm-hmm. На тебя заход. Вижу, 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 вижу. Это мессер. Левый вираж. Это мессер, да. А еще один тоже а мессер. Него... А на него сзади як за. Як за него заходит. Да, 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 да. Шесть, ебаный в рот, нахуй. Пиши, пиши. У меня нету смс. Не полезу, подожду на следующий круг. Ну вот тут он наш. У тебя чисто. Он влево ушел, я пошел за ним. О, а он не разбился, блядь? Нет, нет, нет. Влево по нулям пошел? Нет, наверх выпрыгивает курсом 140. Верхняя кромка облаков. Фонари открыты, я за ним тяну. Я вижу. Видишь, ага. Левый вираж стал, пошел. Так, фиксирует он. Да-да-да-да, я за ним на шести. Я ближе. Угу. Ну давай, давай, работай. Да я уже спугну чуть-чуть. Подожди, тогда не пугай, у меня а скорости побольше. У меня скорости больше, я обгоняю тебя. Я его пробил, блядь. Я вижу уже. О, давай, тяни, тяни, вытягивай. Вот, заведи, да, вообще, на самом. Тяни выше, блядь, выше, еще выше. Я перед тобой. Добьешь его или заберу я? Забирай, забирай, если ты. Давай, я отхожу.
Я тебя просто не вижу, нахуй. Я под тобой под вижу. Вижу, все, я вижу, вижу. Жопу какую видим, понял? Угу. Это вы дым за дым нам палите с края. Да. Чисто, Серега, работаем. Я тогда на аэродром полетел на машину. Ой, я пойму. Могу пробить? Давай, быстрее убьем. Я не могу. Покашил-то его, покашил. Но. У нас слева машина идет по низам. Это наверное, кадет. Дай фонарик. Давай, ага. Я сейчас моргнул. Видел. Лезем вверх? Да. Я же вас видел, я же говорил, что я рядом. Вы вас меняете, вот нахрен. А. Видел он все, блядь. Два мистера его продлевали, блядь, в течение 3 минут. Блядь, видел он 50 тысяч. Че смеяться? Про начало боя говорит, да? А может быть. Это было дохуя самолетов, нахуй. Он не знал, кого убить первым, нахуй. Да. Хорошо, забрались, договорились, пришли и умерли. Красиво умереть тоже. Надо уметь. Слово, блядь. Да. А сейчас они бомбить эту группу поумерили, отрезали до туда. А сейчас пойдут заниматься своими обычными делами, бомбить, штурмовать. Поезд под нами едет, но никто не атакует, он нафиг. Это же не истребительское дело. А крышка, ну впадло таким же. Серега, пошли это. Пошли как фил. Заплавная, пошли. Пойдем. Высоту набираем. Так, у нас фил получит. Ну это все, что они могут сделать хуже. Так, я левее отойду. Есть так. Машина. 12 часов выше нам, блядь. Я подтверждаю. Он тебя увидел. Меня пусть не идет. Видел. Пусть меня идет, ага. Он меня не видит, но я под ним прохожу. Погоню я его влево, ага. Паровозик. Тебя чисто. Убей его. Ага, отлично. Следующий, ептать. Сейчас
пошли дальше. Пошли, пошли. Правее уходи, я тогда левым фронтом буду. Давай, я чуть ли. Нижнее, да-да-да. Только карту открыл, блядь. Ну то пули летят уже 2 часа нахуй его надо. Лепит пульник. Да, вот это умеряет. Серега, на тебя заход. Серега, слева, сверху. Пикерни, у него энергии больше, Серега. Пикерни, 400 метров. Якорь, идет за тобой. Прошел, все, шел верхом. Угу, вижу. Разворачивается. Я иду на него. Набирай высоту. Ага. А что, он мне пузо показал, не захотел, что ли? Пицца. Заходит. Иди ровно, Серёга. Иду. Я вижу тебя. Сука, блядь, нырнул, а? Слышь, падла, блядь, а нырнул, блядь, а да, не да, вовремя, да. Блядь, а? Сука, блядь, терял его. Наверх ушел влево. Ай, нырнул, на, блядь, сука. Как пиздец, побежали. Нет, крутит. Выхожу. А у тебя шесть. Проходи. Не пошел, якорь не пошел за тобой. Работай дальше, я верхнего забираю. Так, этот убежал в облака, короче. Понял. У тебя чисто работает. Блять, не дотянул, пиздец, а нет, пробил. Валивание. Что парина? Хуя вышел. Так, тот, короче, из облаков вышел, длинный стоит, пойду к нему. Угу. Этот что, за тобой бежит, Серега? Да, видимо. Да. В горизонте, давай тогда сейчас. Право. Вот так вот иди, ага. Не пошел. Бросил. Ему говорят, ага. Блять, ебаный в рот, что за хуйня? Что там, блин, попал? Нет. Что-то, блядь, где-то культурно. Что ты где? А, с ним воюю. Над тобой. Так, подходит, короче, тот, который заклинился, Серега. Слишком не проваливайся на. Сейчас этого ёбну. Серега, он уже разгоняется на тебя. Пробил. С востока разгоняется. Все, ага, все, он прошел. Ага. Идет за тобой, Серега. Ты в облаках же или нет? Нет, чисто место. Он на меня 300 метров, 200. Да, все вижу. Тогда беги, ну. Пикируй за вами. Топливо сколько у тебя? 200. Блять, такой я. Дым еще в деле.
У тебя 6 будет, сейчас будет длинным. Да не, нихуя. Да, 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 у вас там трое. Ребята, все нормально, ты отошел от него? У меня нормально, все нормально. Я его не вижу, блядь, на ты там. А здесь. Так, он вверх ушел твой. Вон он пошел. На восток он уходит. Все, разворачивай. Над рекой, он над речечкой этой ебаной маленькой. На. Вон он вместе с дымным. Видишь дымного? Вот это нет, квал. Теперь... Это квал? Вверх. Нет. Я, блядь, ты что получил? Так, у тебя чем что, чисто, нет, ну подходи. У меня чисто, я на верхнего захожу. Да, я. Так, профа. Подо мной где-то еще одни следы будут. По тебе стреляют? Опа, вот он вытягивает за мной. Вижу, подхожу. Я за запада подхожу. Да. Вижу его, он свалился, падает сейчас вниз. На реку ушел, я его вижу. Я у него тоже падаю. Далеко? А я еще далеко. Нет, далеко еще. Давай тогда посмотрим. Он там будет крутиться. Работай, ага. Сил один напором побежал. Ты на 6? Да. Отлично, у тебя чисто. Пошел на читера жаловаться. Ну, походу, он не выйдет, да? Не выйдет, давай. Я у тебя запад северный. Так, надо валить отсюда, хотя бы. Валить надо, да. На свою сторону надо пойти. Давай по нулям сойдем сейчас. Так, вижу тебя, ага. Видишь? Не, видишь, я слева. Вижу, да. Есть машина сзади, разгоняется на тебя. У тебя на 5 часов. Я к тебе иду. Но он... со снижением идет, ты должен его видеть. А тебя сейчас справа, в том месте, где ты сейчас сбил его. Вижу. Машина у него. Видишь? Машина. Надо одному показаться, спустить его вниз и убить нахуй. Он по нулям просто идет к нашим артам и все сразу. Ну. То есть к своим артам. Да, я справа от тебя буду. Я обязательно буду. Движку послужу. Я 1.2 тоже. Кстати, пушек больше нету, одни пулеметы. Аналогично, но у меня на залп. Да, чисто. У тебя тоже чисто. Лекопаревная, потому что вот эта тень, она такая пиздец, она так мерцает, палит от реки. Ну и куда этот голубок подлебошит? Рыцарь плаща и перчатки. Ну, на нашу арту пошел искать долго. Угу. Ты кто? Да я из этих, из охотников. Охотник пошел на охоту, выдвинулся. Ага.
Ружье, блядь, каска, все дела. Так, ну его так на 1.2 хуй догоним, блядь. Не догоним, пусть он дойдет, там начнет, он, я так думаю, это якорь какие-нибудь РСы. Да или нет. Давай пойдем его убьем быстро и пойдем на машины поменяем. Да, да, да. Он вообще походу на наш фильм пошел. Машина 1.3 догоним. Да, ставил тоже. О, все, он нас походу увидел нас там отлично. Или сказали. Давай там прям по нулям иди, чтобы он не видел. Я влевее забираю. Я вижу. Он на меня в лоб уходит. Все проходит. Лавка. Нет, это якорь. Он тебя походу не видел, нихуя. Опа! За тобой еще месяц какой-то шел. Да, подтверждаю. А он его и увидел. Да он нас запалил. Работаешь с ним? Ну, за ним стою, да. Но у меня пулемет остались чуть-чуть. Ты заходишь? Вот сейчас могу атаковать, да, его, да, хорошо. Я атакую. Давай, работаем. Все, атакую. Отлично. Добивай, добивай, добивай его. У меня патронов нет, у меня ебаный пулемет. Уже его попробую. Нет, не получилось. Блять, чуть-чуть толку. Все, я отхожу. Смотри, влево не идет мессер, блядь, это пиздец. Он на тебя заходит? Да я вижу, вижу, нет. Скорости нет. Кто это за полеты, блядь, их тормашник? Ты че, таймер? Вдвоем у меня. Так, там с тобой мессер какой-то рядом, блядь. А у тебя тоже пулеметы что ли? Не кидаю, блядь. Кор же говорил, у него пушек на один зал. О, все, готов. Все, готов. Все, пошли. Пошли. Короче. 275 пушек. Ага. Квадрат. Все, разгоняемся по нулям и 1.2. Ну да. Я у тебя справа. А, я думаю, этот мистер слева еще от меня машина. Я нота. Понял, понял, ага, гаси. Так, впереди контакт с мессером. Подтверждаю, на меня идет. За мной будет заходить. Отлично. Не, ну идет. Давай, принимай там эстафет. Штопор больше не сваливайся. На педальку нужно нежнее, блядь. Я как дал полно.
блин. Всем привет. Здорово. Здорово. Привет. Парни. А, даже не так. Икс, ты где же где-то, говорят, скидывал профиль на Трикир? Ой. Ну да, он. Или лежит, нет? Да. А где? Да где он, где, только где, не где, лежит где? Уже, блядь. Ну скажи, где быстрее. Ну, в моей теме Трикир лежит. Но... Трикир приобрел, у меня горит. Боже мой. Теперь тебе пить не надо неделю. Ты будешь пьяный. Сейчас ходить. Вот мы присядем, чтобы тебе не искать, сейчас тебе скину. Да и не-не, я найду проще так найти видосов, да? Можешь просто в интернете в строку забить МК Мистер Икс Трикир 5 обзор, что-нибудь такое там, по-любому найдешь. И что, сколько сейчас стоит? Я брал, у меня вышло за все 7 с копейками, 7 часов. О, нифига себе, нормально. Нормально. У чувака из Питера, так тема же есть. Там, а, помню, форуме, помню, ага. Который из Питера присылает. А скинь ссылку сюда, это на тему. Ну вот, маркетинг. А что, видишь, как продажи работают у человека? Не, ну если он, блядь, 15 стоит, нахуй, лучше за 7 взять. Ну, там, может, в зависимости от пересылка там. Скинь ссылку на это. Сейчас. Серега, проверяй, по-моему, ведь на какую будешь садиться? А, я, ну, все, давай, понял. Который справа. Ты понял. Прямо, я направо. Давай. Кинул. Ссылку. Спасибо. А там такая тема, что как бы, ну, следом за курсом цены там поднимаются чуть-чуть. Ну, понятно. Я первый раз месяц назад узнавал, он мне говорил, там 6800 было. Сейчас 7 ровно. Ну, плюс там за пересылку. Туда-сюда. Но он прикольный чувак, то есть он может тебе наложенным платежом отправить, может заранее бабло взять, там, если можешь переслать. Нормальный, короче. Человек заинтересован. Ну да,